В Алекминском районе прошла спартакиада ветеранов. Все подробности у нашего корреспондента Елены Фаст. Эти соревнования всегда на порядок отличаются от других. Глядя на веселые, доброжелательные лица, энергию, бьющую через край, и сам невольно подзаряжаешься позитивной энергетикой. О том, что на старт выходит заслуженное поколение района, сложно догадаться. Настолько сияют глаза и молоды движения. Это юбилейная спартакиада ветеранов. 10 лет назад едва набралось 6-7 команд. Сейчас 16 и легко. Это тоже не предел. И то состав их был такой маленький. Сегодня уже по 16-18 команд участвуют у нас в ежегодной спартакиаде старшего поколения района. Этап разнообразный, но поскольку в этом году они посвящены знаменитому снайперу Алекма Ивану Кульбертинову, участники планируют побить старые рекорды. Я думаю, что сегодня наша спартакиада должна пройти, особенно, конечно, по стрельбе, должны быть действительно чемпионы, чтобы поддержать своего, как говорится, земляка, подвиг своего земляка. Кому уйдет в этом году кубок победителя, предсказать сложно. Абагинский наслед, титулованный в прошлом, также настроен на победу. Но самое важное, по общему мнению, возможность пообщаться, увидеть старых друзей и еще раз доказать. Пороха в пороховницах хватает. Вам года не беда, боль душа молода, своему действительно активной жизненной позиции. То, что вы занимаетесь здоровым образом жизни, вы даете такое... заряд положительной энергии как нам, молодым, так и, можно сказать, даете определенную фору нашему молодому поколению. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.